Друзья, всем большой привет. Привет всем из леса. Вот мы с Асей вот так гуляем. Вот Ася. На, хочешь? На. Пробуй. Мы с Асей гуляем в лесу. Вот зашли в такой лес, где никогда я еще не был. Забрели далеко. И вот хочу вам показать. Ася, ты мне сейчас мешаешь. Хочу показать. Значит, вот в лесу может расти лук. Вы можете найти лесной лук. Как раз мы идем, здесь заброшенная дорога, здесь по этой дороге видно, что очень давно никто не ходит, скорее всего, летом она зарастает, потому что там дальше дебри, вот, и сзади за нами дебри, вот, вышли, гуляем, я нашел один строчок, пока только один, гигантский, но небольшого размера, я вам сейчас не буду показывать, потому что он пока что только один, вот, но вот нашел вот такую траву, и сейчас я вам покажу ее, вот так вот она стоит на дорожке. Вот. Здесь я уже выковыривал, чтобы достать. Вот случайно именно. Вот такая травка. Это называется лесной лук. Вот здесь еще есть. Вот, вот и вот такая темная. Она отличается от обычной травы, которая вот такая светлая. Вот, то есть можно видеть разницу. Сзади за этими кучками стоит такая светлая зеленая травка. А вот здесь вот листочки лесного лука. Ну вот, я вам уже показывал, но покажу еще раз. Выковырю сейчас специально для вас с ножиком, с помощью ножика. Вот. Ух, куда улетела? Вот она. То есть, вот эта вот штучка. Вот здесь маленькая луковица. Это лесной лук. Переверну камеру. Листочки чуть-чуть похожи на чесночные. Ну, потому что оно, тут трубочка есть, полость есть в листочках. В перышках в этих, но они очень плотно так друг к другу. Вот, если взять и оторвать, все, запах лука сразу же, причем ярко выраженный достаточно. Лук, чуть-чуть чеснок, что-то смешанное такое. Вот, так что очень полезная штука. Ну вот, гуляли и нашли. Может быть, найдем еще что-то. Если найдем еще что-то, покажем. А пока что немножко сорву вот такого лесного лука домой, чтобы принести своим попробовать, что такое лесной лук. Все, всем па-па.